В этом году по просьбе родителей было решено дважды сдавать ЕНТ. В настоящее время в Акмолинской области функционируют два пункта тестирования, что расположены в городе Кокшетау и Атбасар. Выпускников вообще по нашей Акмолинской области в этом году 4600 человек. Заявлено по области около 6000 попыток. Филиал в городе Кокшетау рассчитан на 100 посадочных мест. В Атбасаре там 60 человек. На сегодняшний день число прошедших ЕНТ составляет 1800 человек в Кокшетау. В городе Атбасар около 300 человек. В качестве изменения ЕНТ этого года, если выпускник прибегает к помощи шпаргалок или телефона в одном из двух тестов, он лишается двух шансов на сдачу экзамена. Если вы сдадите первый экзамен, а во втором вас поймают со шпаргалкой, то все результаты аннулируются. Одним из нововведений в этом году станет рассылка СМС-сообщения выпускнику с датой и временем сдачи тестирования. На компьютерах тестируемых имеется таблица Менделеева и калькуляторы. Пользоваться ими не запрещено. Айгерим Бегенова, Дидар Умурзак, Кукшиапарат.